Здравствуйте, уважаемые охотники. Я Валерий Петрович Кузенков, главный редактор журнала «Охота». Хочу вас поставить в известность, что сегодня вышел уже в редакции 19-й номер журнала «Охота». У меня, к сожалению, его на руках нет. Показать не могу, но покажут мои сотрудники. Там такая прекрасная обложка с кабаргой красивой на обложке, да. Вот, он вышел, он уже в редакции. Вы можете его приобрести, купить через Озон, через Авито, вот, через, значит, там, где будут находиться наши редакции на каких-то мероприятиях. Там все опять много чего интересного. Сначала идут новости, сначала идут слово редактора, потом у нас персона. Персона – это руководитель Мосгордумы Шапошников Алексей Валерьевич. Он высказывает свое, как бы, так сказать, охотничье рыболовное мнение, поддержку рыбалки, охоты человек выступает, да. Вот, почитайте, тоже будет интересно. Это все-таки Московская городская дума, да. Дальше, про собак много чего, про дротхаров, про норных собак, как надо искать, значит, барсучьи норы, потом фазан, утиные охоты, все это там присутствует. Как всегда, рыбалка, семга, значит, прочее-прочее, амур, черный амур, да, Алексей Фадеев статью написал. Вот, Маша Фролова написала статью «Как выбрать рюкзак», это тоже вам будет очень интересно, разные тесты присутствуют, потом моя поездка на Кунашир, вот, про Шри-Ланку, хорошая правильная статья, потом моя статья про норку, часто задают вопросы, куда делась европейская норка, я там все разжевал, рассказал, вот, кабарга, про кабаргу статью, Кира Скрипова написала хорошая, правильная статья, что с ней делать, добывать, охранять. Тоже никто сегодня ничего понять не может, идут большие споры про кабаргу. Потом статья прекрасная, как разводить глухарей в неволе. Меня как-то спрашивали, можно ли создать ток глухариной искусственный. Можно, создавал такие-такая, один человек, Кирпичев. Сергей Павлович, ему сейчас где-то 92-93 года, он живой, дай бог ему здоровья. Но уже никто больше в России такие-така создать искусственные не в состоянии. Это величайший человек, научник по работе с тетеревинными птицами. Значит, потом ветеринарные всякие вещи есть, про интродукцию есть статья. Короче, много чего. Кулинария, тесты. Покупайте, читайте, приобретайте через Озон, через Авито и получайте удовольствие. Спасибо, мы будем рады, если вы начнете, так сказать, срочно, быстро приобретать 19-й номер журнала «Охота», а мы готовим 20-й. Спасибо.